А правительство предлагает штрафовать владельцев автобусов за нарушение правил безопасности. В Госдуму поступил новый законопроект. Суммы колеблются от 20 до 100 тысяч рублей. На рынке перевозок много мелких фирм, и чаще всего они используют автобусы, которым 7 лет и более. По закону это не запрещено, однако не все тщательно следят за техническим состоянием машины. Введение серьезных штрафов, по мнению экспертов, заставит предпринимателей пересмотреть свое отношение.